Представители завода-изготовителя «Трансальфа» приехали в Читу, чтобы провести ремонт системы кондиционирования в нескольких новых троллейбусах «Авангард». Напомним, в конце прошлого года в Читу поступили первые 11 троллейбусов по нацпроекту «Экология». Одна такая умная машина стоила 17,5 миллионов рублей. Летом этого года пассажиры некоторых новых троллейбусов стали жаловаться на неработающие кондиционеры, что также признали и власти Читы. Появлялись даже сообщения, что температура в салоне троллейбусов поднималась до плюс 43 градусов.